Друзья, всем привет! Вы на канале Western Хобби. И сегодня на обзоре вот пришла такая замечательная модель Audi от производителя Тормак. Масштаб 1 к 64. Audi RS3 LMS. Вот в таком спортивном, в спортивном окрасе. Ой, нравятся мне вот такие вот автомобили. В гоночных окрасах просто балде. Вот это вот особенно мне понравилось. Я решил ее заказать. По цене уже не помню. Но тоже где-то за 2000, там может чуть больше. Я ее заказал. Вот, детализация просто отменная. У нее две антенночки вот у нас. Вот здесь вот находятся. слегка видно, конечно, вот они раз-два. Очень детализированный спойлер. Настолько мелкие детальки. У зеркал зеркальное отражение, как вы видите. Блин, ну-ка со вспышкой сейчас попробуем. Со вспышкой вот не знаю, лучше не лучше показать. Вот в таком вот она классном окрасе. Подвески нету как у Томики, но колесики крутятся. Прорисованные колеса, резины. Там даже надписи какие-то у нас есть. Вот. Вот такая красавица. Напишите, как лучше, со вспышкой записывать или без. Потому что непонятно. Мне кажется, и так, и так хорошо. Вот. Пишите свое мнение в комментариях о данных автомобилях в гоночных окрасах. Интересно ли вам смотреть на такие автомобильчики? Ну, по крайней мере, я их очень люблю. Так, упаковка у нее вот такая вот. Пластиковый бокс с желтым основанием. Там надписи, все дела. Вот. Они, по-моему, даже еще есть в продаже на момент выпуска этого ролика. Audi RS3 LMS. Так, Race of Slovakia 2020 год победитель. Ну, видимо, эта модель выиграла в каких-то гоночных соревнованиях. Так, пришло очень много посылок. Сейчас по порядочку будем все обозревать. Так что ставьте лайки, дизлайки. Всем удачи.